Бесплатный концерт под открытым небом. Артисты Красноярской краевой филармонии впервые отправились в турне по нашему городу. Они выступали прямо на улицах. Встретить музыкантов можно было и на вокзале, и возле парков и скверов. К автопробегу в поддержку классики присоединилась и моя коллега Мария Терехина. Музыка на всю улицу, прохожие в шоке. Причем это вам не попса и рок, как в пешеходном переходе. Играют профессионалы. Своеобразный концерт на колесах. Артисты и вот такая огромная колонна из 15 автомобилей с яркими флагами сегодня ездят по всему городу и культурно прокачивают красноярцев. А играет для прохожих один из самых ударных коллективов Красноярской филармонии. Это все шумовые ударные инструменты, большой барабан, напольный том-том, вижу жамбей, вижу тарелка, ротор-томы, бубен. Нам нравится выступать не на улице. И мы можем выступать даже на таких площадках, как фойе железнодорожного вокзала, пожалуйста, или сам перрон. Не обязательно это должен быть концертный зал. Там, где нас понимают, любят, там и выступаем. Работают артисты, конечно, в бешеном ритме. Отыграли буквально несколько минут и сразу поехали дальше. В маршруте 7 остановок в самых разных уголках города. Старались охватить и правобережье, и левый берег, самые такие красивые, большие площади, где будет комфортно и нашим исполнителям, и вам, зрителям. Мы решили своим автопробегом и таким батлом с ударными инструментами показать людям, что классика всегда в моде. Ну, энергично, так самой захотелось потанцевать. Сам с Приморского края, работаю проводником. Нас такого в городе нету. Просто люди приехали, сделали приятное. Я видела только такое по телевидению. Очень даже молодцы, понравилось. Вот такой автопробег в поддержку классики – это своеобразный анонс международного Транссибирского арт-фестиваля. Стартует он 8 апреля в Красноярске. Для нас с вами будут играть артисты с мировым именем. Мария Терехина, Дмитрий Комаров, 7 канал.